ситуация с внутренней войной, как я ее называю. Что там дальше будет? Образно, очень образно. Очень образно вижу костер просто. Большой костер горит, и люди вокруг сидят. Вокруг костра много людей. Они сидят, и они просто у них в руках, как полено, вот так лежат несколько штук, вот у каждого вот так на руке. Они на корточках сидят. Каждый берет не по очереди, а просто один бросит полено, потом второй бросит полено. Нет какой-либо последовательности, они просто бросают. Это образно. Костер горит не то чтобы очень большой, они не бросают все вместе, чтобы костер был большой, они по очереди. То есть поддерживает костер, но не на уровне угля, а на уровне именно костра. У кого кончаются вот эти дрова, тут просто вот как-то странно так просто с открытыми глазами сидит и падает вперед лицом в костер. Те, которые рядом слева и справа, берут его вот так под ноги за ноги и туда затаскивают и снова сидят. Когда остается уже два человека, они встают, они сидели на корточках, они встают. Они пожимают друг другу руки и просто не затягивают друг друга, а просто спокойно заходят вдвоем в этот костер. И два вижу столба, которые горят огнем. Просто один столб высокий и второй столб высокий. И потом они догорают, уже больше вверх не идет огонь, уже только расходится. Знаешь, как трава сухая горит, вот как траву выжигают, да, черная земля после нее остается. Так как от этого костра просто по ширине, вот по кругу, дальше, дальше, дальше расходится, и по всей земле расходится вот это черное такое, как выжженная трава полностью повсюду. Корка такая слазит, вот как, ну, высохнет что-то, и вот так корочкой берется. Корка такая слазит, и снизу я вижу все полностью голубое. Это шарик, это планета. Сейчас я уже не вижу это на уровне какого-то одного костра. Это уже я вижу на уровне полностью планет. Она полностью золотыми нитками покрыта. Нитки такие, как меридианы. Вот знаешь, широта, долгота, вот как глобус, только, наверное, гуще немножко. Золотой Гуще, и значит. голубой, синий, да? Да, золотой и голубой. И материки видно, но они как-то немножко не так расположены, как сейчас. Как-то скучнее, что ли, если можно так сказать. Ну вот примерно такую картинку вижу, если совсем образно, без привязки Почему к кучнее? кому-либо. Не знаю, они как расходятся сразу. Вот первое, что я вижу, они как в ширине друг от друга, а потом раз и стягиваются более узко друг к другу. Сразу от чего-то они широко, а потом раз и сошлись. Это то, что увидела. И они больше, меньше. Нет, не больше. Почему-то не больше, однозначно не больше. Лед на полюсах есть? Нет, на полюсах нету льда. Вот только медведя увидела, который утонул белый. Вот льдина падает, вот как тает совсем, и он туда как на дно ушел почему-то. Понятно. Нету никаких полюсов. Сначала ядерная зима, потом потепление климата. Возможно, но надеюсь, обойдемся без ядерной зимы. Хорошо, всплывай.